Рада, что ты здесь. Думаю, еще немного, и меня бы узнали. Не пора ли нам идти в гильдию? Смотри в оба. Я не знаю, чего ждать, когда мы войдем внутрь. Скажи, ты порылся в мусоре, прежде чем его выкинуть? Спокойно, Векел. Как давно мы знакомы? Да, посмотрел. Все добро в сейфе. Одно дело говорить, что у тебя есть воровской талант. И совсем другое его иметь. Кажется, ты тут осваиваешься. Мне нужно обменять одну из частей твоей гильдейской брони. Что выберешь? Конечно, иначе это не была бы награда, логично. С новой броней твои навыки еще больше увеличатся. Это точно. Ладно, мне нужно обменять одну. Конечно, с новой броней твои навыки еще больше увеличатся. Это точно. Подумай еще раз. Когда я ее для тебя обменяю, обратно уже не возьму. Если только ты не захочешь ее продать за бесценок. Ладно, вот, пожалуйста. У тебя должен быть очень веский повод, чтобы заявиться сюда с убийцей. Пожалуйста, вложите оружие в ножны. Нам нужно поговорить. У меня есть доказательства, что всех вас водили за нос. Никаких выходок, Карлея. Или я уложу тебя на месте. Так, где же это так называемое доказательство? Я принесла вам дневник Гала. Думаю, его содержание тебя заинтересует. Дай посмотреть. Нет, нет. Не может быть. Этого не может быть. Я знаю Мерсера столько лет. Это правда, Бриньольф. До последнего слова. Мерсер годами обкрадывал гильдию прямо у вас под носом. Есть только один способ проверить, говорит ли девочка правду. Делвин, открой хранилище. Ну-ка, придержи Бри. Что в этой книжке? Что там написано? Что Мерсер в течение многих лет крал из нашей казны. Гал, расследователь лучше был убит. Как мог Мерсер открыть хранилище, если нужны два ключа? Это невозможно. Он что, взломал замок? На этой двери лучшие замки с секретом, какие только можно купить. Вскрыть их нельзя никак. Ему не нужно было вскрывать замок. Что она несет? Отопри замок своим ключом, Делла. Мы откроем дверь и выясним истину. Я повернул свой ключ, но хранилище все еще закрыто накрепко. Теперь вставляй свой.
восьмерых. Все пропало. Все. Ходите сюда. Все сюда. Золото, камни. Все пропало. Нельзя терять голову. Нужно успокоиться и подумать. Делай, как он говорит, Векс. Так делу не поможешь. Ладно. Будь по-твоему. Пока что. Делвин, Векс, наблюдайте за флягой. Если увидите Мерсера, немедленно скажите мне. Ищешь работу? Стой. Прежде чем я помогу тебе поймать Мерсера, я хочу знать, что сказала Карлия. До последнего слова. Стой. Прежде чем я помогу тебе поймать Мерсера, я хочу знать, что сказала Карлия. До последнего слова. Да, этого я и боялся. Последняя запись в дневнике Гала подводит к мысли о том, что он собирался представить Мерсера суду гильдии. Еще что-то? Что? Соловьи? Ну, я всегда думал, что это просто байка. Ну, чтобы молодняк строить получше. Она тебе еще что-то рассказала? Хотела выставить Мерсера дураком перед Малом, да? Умная крошка. Было что-то еще? Тогда у меня есть для тебя важное задание. Нужно пробраться в дом Мерсера и поискать улики, которые нам помогут понять, где он. Да. Подарок от клана Черный Вереск, когда они выставили оттуда прежних жильцов. Называется усадьба Рифтфельд. Вот там не живет, только платят за нее. Нанял какого-то громилу по имени Вальд для охраны дома. Будь осторожен, парень. Это последнее место в Скайриме, куда бы я тебя отправил, если бы был выбор. Просто пролезь внутрь, найди, что нужно, и уходи. И можешь убивать всех, кто встанет у тебя на пути. Хороший вопрос. Я туда только пару раз ходил, и всегда вместе с Мерсером. Если сможешь пробраться мимо его боевого пса, я думаю, лучше всего будет залезть на балкон второго этажа на заднем дворе. Там есть трап. Нет. Это какое-то хитроумное устройство, которое Мерсер заказал, чтобы была возможность быстро сбежать. Думаю, что меткий выстрел быстро опустит трап на место. Лучше спроси, что он там оставил. Мерсер все забрал. Даже наши планы пропали. Еще до появления Мерсера Гал начал собирать досье на богатые места, которые могла бы ограбить гильдия. Музеи, крепости, богатые дома, что угодно. Когда Мерсер стал главой гильдии, там уже было несколько десятков вариантов. Понятия не имею. Эту дверь не взломать. Чтобы ее открыть, нужно два ключа. Один есть у меня, по одному у Делвина и у Мерсера. И все, больше нет. Это я про Вальда. А тот еще тип. Мерсер ему чем-то угрожает, потому-то он его и слушается. Поговори с Векс. Она его когда-то хорошо знала, если ты меня понимаешь. Поосторожней в доме Мерсера. Я не хочу терять людей из-за этого безумца. Я рада, что Бринвельф смог поверить нам. Иначе пролилась бы кровь.
Одно дело, что у тебя есть... Ударили в спину. Прям-таки на темное братство похоже. Так-так, какая же красота, а? Если тебе будут попадаться необычные вещи, приноси их мне. Обещаю, ты не пожалеешь. Это дорогая вещица. Какой улов. Вот это для тебя. Пересчитай и улыбнись. Слушай, дело-то опасное. Будь всегда начеку, а то погибнешь. Давно уже у нас не было на... Такое впечатление, что людям не терпится разбежаться. Если увижу Фрея, я его голыми руками придушу. Почему бы тебе не остепениться и не хозяйничать во фляге вместе с тобой? Он свинья. И грязи я на него накопала, что надо. Ты себе даже не представляешь. Да ладно, то... С Вальдом? Подружиться. По-моему, ты его с кем-то путаешь. Вальд дружит только с деньгами. И я его хорошо понимаю. Можно, но он запросит целое состояние. Ты ведь хочешь, чтобы он предал Мерсера Фрея? Данила, думаю, проще пообещать ему, что ты закроешь его долг вместе с Мавин Черный Вереск. Поговори с ней, она опишет тебе ситуацию в красках. Конечно, ты можешь его просто убить и забрать нужное с его трупа. Мне лично все равно. Когда будешь в усадьбе Фрея, можешь поживиться. Я бы набила там карманы. Возможно, когда-нибудь я так и поступлю. Одно дело говорить, что у тебя есть Дэл, воровской талант. Груз, который мы взяли совсем на границе, другое его иметь. Оказался полный. Я слышала, что произошло. Не может быть. Гильдия у тебя в долгу. Я совершенно ясно слышал, как кто-то болтун стрепался с таверной, что везет кучу мехов. Должны же они что-то стоить. Ты болван. Да, он сказал меха, но то были кузнечные меха. Даже если ты самый, что не есть свой, проблем никому создавать не стоит. До встречи. Они замечательные. Удалось сохранить их свежими. Не скажу. Я задумалась о моих экспериментах. Я сегодня ни о чем, кроме опытов, думать не могу. Что тебе нужно? Так, там надо две части гигантского лишайника. Или три. Этот каджит охраняет остальных. Вот он. Дом. Если тебе когда-нибудь понадобится в спутнике воин каджит, для меня будет честью сопровождать тебя. А пока что вот. Это тебе в знак признательности. Товары, инструменты, оружие. Все по хорошей цене. В Скайриме полно всяких опасных тварей. Волки, тролли, мамонты и великаны всегда готовы нами пообедать. Но самое ужасное — драконы. К счастью для нас, они, похоже, не охотятся на дорогах. Пусть дорога приведет тебя в теплые пески. Это, наверное, та самая чудесная скайримская погода, про которую все только и твердят. Братьям Бури или им перцам?
любым. Кто-то рано или поздно выиграет войну. Сегодня мы милостивы к ним, а завтра они, победители, будут милостивы к нам. Ха. Ты смотришь в будущее, словно каджит сквозь песчаную бурю. Если мы будем делать скидки и тем, и другим, победители казнят нас за помощь проигравшим. Хм. Это не приходило мне в голову. Дороги Скайрима таят множество опасностей. Надо быстрее. Солнце не очень палит. Трон мне к лицу, не правда ли? Вальда? С чего тебе вдруг помогать этому кретину? Он должен мне целое состояние. Вообще-то ему даже повезло, что я всего лишь заставила его работать на Мерсера. Пару лет назад я заказала у своего хорошего друга в Винтерхолде особое перо. Вальду было поручено доставить его сюда в целости, а перо в итоге оказалось на дне озера Хонрик. Маги называют его «двойственное перо», и они содрали с меня просто неприличную цену за его изготовление. Если ты найдешь перо и принесешь его мне, раз уж Вальд слишком туп, чтобы с этим справиться, я забуду о его долге. Я отправила Вальда встречать караван из Винтерхолда у западной кромки озера, чтобы ему не пришлось выходить на дорогу. Этот тупица заблудился в тумане и налетел своей лодкой на камни, а перо отправилось на дно. Запомнить, где это было, ему мозгов не хватило. И все мои попытки найти это перо пока не увенчались успехом. Вальд сказал, что лодка налетела на камни. Значит, нужно искать под водой возле небольших островов на озере. Возможно, стоит начать у пристани и двигаться в сторону поместья Златоцвет. Ступай себе. Теоретически, перо позволит мне воспроизводить любой увиденный мною текст с исключительной точностью. Ты, конечно же, понимаешь, насколько это полезно в моем деле, особенно по части подписей. По счастью для пера требуются особые чернила, формулу которых знаю я одна. Так что если ты вдруг решишь прикарманить его или продать, ценность его будет невелика. Думаю, мы закончим. Ты замечательный друг. Это дорого стоит. Украшение легендарных аргнянских юлей. Иров. Налетай, пока не расхватали. Купи надежную броню, еще внукам ее оставишь. Старуху, что держала приют для сирот, убили. Слушай, мы часом не встречались с тобой на выходе из приюта.
Это дом Мерсера Фрея, а он гостей не любит. Уходи. Никаких гостей. Никогда. Теперь проваливай, пока я не разозлился. Угу. Зайдем в дом. Или в пещеру. Куда-нибудь, лишь бы подальше от этого. Когда-то имени дорога приключений, а потом мне прострелили колено. О, что это? Как скажешь. Да. Идем навстречу новым приключениям.
Трон мне к лицу, не правда? Я давно уже махнула на него рукой. Что ж, тогда теперь моя очередь сдержать свое слово. Отдайте бумаги Вальду. Про долг пусть забудет, но чтоб я его больше в Рифтоне не видела. Это дом Мерсера Фрея. А мое? И что же? Просто не могу поверить. Как тебе удалось ее уговорить? Впрочем, какая разница? Я просто рад, что больше не должен работать на Мавен. Я твой должник, так и знай. Я не любительница солнечных ванн, но даже они лучше, чем это. Что теперь? Я буду здесь. Надо было догадаться, что она врет. Сказала, будет меня ждать. Они никогда не ждут. Батя сказал, иди в коллегию. Сказал, используй мозги. Будто бы я знал, про какую коллегию он говорил. Надо прятать нож в сапоги. Надоело, что отбирают. Волшебники. Вот у кого сила. Спорим, у них есть секретное заклинание, чтобы превращать деревяшку в золото. Да, мне так, чтобы деревяшку в золото.
Говорю, просто отдай золото. Он разве послушал? Нет, они вечно сопротивляются. Мне бы чуток скум. Привозной. Последний разок-то. Может, заплачу свой штраф. Приду в город равноправным членом общества.
Мерсер. Кнет вернут. Пусть Мерсер только рискнет вернуться сюда. Я его куски изрублю, если сунется. О, что это? Пошли. Не расп... руки, воришка. Пусть Мерсер только рискнет вернуться сюда. Я его на куски изрублю, если сунется. Мы обыскали город, а я поговорил со всеми связными, какие остались. Ни следа Мерсера. Как успехи у тебя? Шорова борода. Он охотится за глазами Фалмера? Гал с ними все время носился. Если он их загробастает, то больше мы его не увидим. Денег ему до старости хватит. Согласен. Он забрал все, что оставалось у гильдии, а теперь еще и хочет провернуть кражу века. Это просто оскорбление. Я поговорил с Карли и принес ей извинения от лица гильдии. Теперь она хочет с нами поговорить. Быстрее, у нас мало времени. До встречи, парень. Не сейчас, парень. Карли сказала, что это важно. Сейчас, парень. Карлия сказала, что это важно. Приняли. Пришло время решить судьбу Мерсера. Нужно чего-то. Пока не выбран новый глава гильдии, решение за тобой. Хорошо, девочка. Я пришел к решению. Мерсер Фрей пытался убить вас двоих. Он предал гильдию, убил Гала и поставил под сомнение наше будущее. Он должен умереть. Мы должны быть очень осторожны, Бриньоль. Мерсер Соловей, последователь Ноктюрнал. Тогда это правда. Те истории, что я слышал. Соловьи, их связь с Ноктюрнал и Сумеречной гробницей. Да. Поэтому нам надо приготовиться и встретить Мерсера во всеоружии. Прямо за Рифтоном, за юго-восточными воротами, начинается тропка, ведущая в гору. В конце этой тропы поляна. На ней древний стоящий камень. Прошу вас двоих встретиться со мной там. Я собираюсь идти к стоящему камню. В чем дело? Работы полно, если тебя, конечно, золотишко интересует. Так, какая же красота, а? Если тебе будут попадаться необычные вещи, приноси их мне. Обещаю, ты не пожалеешь. Это должно быть из дома Мерсера. Он восхищался серым лисом какое-то время. Конечно, я куплю. Вот, держи. Нужно больше работать. Иначе гильдия расти не будет.